Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Речь пойдет о таком направлении, которое я начал активно развивать как призм-вектор. То есть, что это за направление? Если вы, собственно, участвуете в криптовалютных проектах в интернете, вы наверняка слышали о таком сообществе, как Web Token Profit. Вот. Разработчики, создатели Искандер Хасанов. Он, получается, в конце апреля запустил такой интересный проект, как Prism Vector, где фигурировали, скажем так, две составляющие. Это криптовалюта VEC и акселератор ACC. Вот. Он предназначен для того, чтобы, скажем так, увеличивать стейкинг в криптовалюте VEC. Так вот, после того, как он запустил, получается, этот проект, криптоакселератор, вот, акселератор ACC, который можно было как купить, так и продать, ну, его, когда его покупаешь, ты становишься в очередь, да? То есть, далее, когда твоя очередь подходит, осуществляется покупка. Вот, так вот, акселератор ACC вырос, получается, с 1 цента до 100 долларов за 3 месяца где-то примерно. Вот, то есть сделал, то есть, сколько, 100 иксов или 1000 иксов. Ну, в общем, многие ребята, которые заходили в этот проект, а те, кто зашли на старте, да, то есть те вообще стали миллионерами. Помимо того, что здесь была и есть партнерская программа, у меня, в принципе, на моем канале есть обзор по криптоакселератору, можете даже посмотреть, да, вот. Но что за призм вектор, да, то есть почему, собственно, этот проект запустили? Или Искандер Хасанов запустил этот проект. Вот. Дело в том, что чтобы, скажем так, с сообществом Призм сделать такого своего рода коллаборацию, да, то есть, ну, стать ближе, да, или, скажем так, объединиться, что ли, да, то есть он создал вот призм вектор. И, соответственно, здесь что? То есть, если в криптоакселераторе здесь получается акселератор ACC, да, и криптовалюта VEC, то в призм векторе это криптовалюта призм и акселератор GNT. Вот, да, то есть суть примерно та же. То есть GNT, у него происходит рост курса. Также мы ожидаем рост курса в призмах, так как сейчас призм находится, можно сказать, на самом дне. Вот. И, ну, здесь он еще внедрил все-таки свою криптовалюту VEC, чтобы ее ставить на паркинг. И, ну, то есть пока криптовалюта VEC находится на паркинге, ну, при помощи криптовалюты VEC вы осуществляете покупку GNT. Вот. Ну, я сейчас вот, грубо говоря, сейчас зайду в кабинет, ну, и примерно прикину, да, то есть покажу, что к чему здесь. Ну, во всяком случае, я покажу это все то, как я понимаю, да, то есть можете меня поправить, да, те ребята, которые как бы в сообществе Web Token Profit и в криптоакселераторе, в том числе и в призм векторе участвуют. То есть, если вы посмотрите это видео, быть может, вы сделаете какие-то поправки, но я, собственно, как говорится, делаю обозревание относительно того, как я все это понимаю. Ну вот, собственно, мы находимся, получается, на главной сайте от Prism Vector. Вот. Под моим видео будет лендинг-страница или сайт. Вот, пройдя в который вы можете зарегистрироваться здесь в призм векторе, а также там будет дополнительная информация или основная информация о призм векторе в виде
видеоматериалов, то есть вы можете полноценно ознакомиться с данным направлением. А я, собственно, продолжу в отношении того, что здесь, да, и на что можно будет рассчитывать. Переходим, получается, в кабинет. Здесь правильно. Нет, неправильно. Вот, мы перешли, получается, в кабинет. И чтобы здесь начать работать, здесь нужно приобрести лицензию. То есть здесь есть лицензия на 30, на 300, на 3000 и на 15 тысяч долларов. Приобретается она в криптовалюте призм. То есть для начала нужно будет сюда завести призмы. Призмы вы можете сюда завести. Вот, пополнить баланс, in призм. Далее пополнить баланс нажимаете. Вам высветится, получается, кошелек призм. Ну, там, значит, что еще? Можем даже нажать, допустим, да, все равно потом отменим. Вот, кошелек призм, комментарий и публичный ключ. То есть на этот, то есть на эти координаты нужно будет отправить призмы. Вот, призмы можно отправить, получается, с официального кошелька призм или с любой биржи. Например, с биржи BTC Alpha. У меня, ну, собственно, я тоже ссылку на BTC Alpha оставлю под этим видео. Зайдете на эту биржу, значит, заведете туда средства, доллары, допустим. Вот, выберите призм доллар соотношение, осуществляете покупку и, соответственно, далее делаете вывод с этой биржи и выводите вот сюда в призм вектор. Вот. Опять вернемся, получается, на наши лицензии, да, то есть у каждой лицензии есть свои лимиты. Вот. Лимит на покупку, лимит на продажу, дневной лимит. Ну, дневной лимит — это сколько вывести в день вы можете. Лимит на стейк GNT. Ну, я это все покажу сейчас. Во всяком случае, попробую показать, да? Вот. Ну, соответственно, у 300 долларов это 30 тысяч призм. Другие, получается, лимиты. И, соответственно, здесь, получается, лимит на покупку 3000 долларов, лимит на продажу 1500. Дневной лимит 15 долларов можно выводить в день. Ну и так далее. То есть, ну и следующий пакет на 3000, на 15000 и так далее. Вот, да, то есть. И, собственно, что здесь нужно осуществить? То есть, вот есть та самая GNT. Если в криптоакселераторе ACC, то здесь GNT. И вот ее курс, да, 24 цента, то есть 0,24 цента сейчас на данный момент. Как я говорил, ACC за 3 месяца дал рост от 1 цента до 100 долларов. Поэтому, в принципе, да, то есть если сюда заходить и этим заниматься, еще, скажем так, время для этого есть, пока что цена не такая высокая, то есть 20 или 24 цента, то есть зарабатывать и сейчас зайти можно. Вот. Что нужно будет сделать? Или что здесь надо делать? Здесь мы можем, собственно, значит, нам нужно что, соответственно, приобрести эти GNT. Мы их можем приобрести при помощи тех же самых призм, либо при помощи криптовалюты WEG. Вот. После того, как мы создаем заявку, мы здесь вот встаем в очередь, да? Это же касается и криптовалюты WEG. Криптовалюта WEG есть, в принципе, также
на криптовалютной бирже BTC Alpha. Точно так же заходите, точно так же покупаете ВЭК и точно так же выводите сюда. Здесь для этого есть, получается, вот здесь вы просто выбираете ВЭК. И все, и пополнить баланс, и все то же самое осуществляете. То есть пополняете баланс ВЭКами. Здесь есть один такой момент. Паркинг. Что это значит? Ну, как я понял, значит, это следующий момент. Вы точно так же становитесь в очередь на покупку. Вот. Но при этом у вас еще происходит паркинг. Это своего рода добыча вот этих GNT. Вот. Если, допустим, посмотреть вот раздел финансы, да, вот у меня, вот видите, GNT подтверждено, GNT подтверждено, то есть ордер кэш. Это почему? Потому что я поставил на паркинг веками в GNT, вот, а не в призмах, да, то есть вот когда нажимаешь на обмен, то есть здесь можно встать на покупку GNT при помощи призм, но здесь паркинга нет. А если вы встаете в криптовалюте ВЭК, то здесь идет паркинг, получается, да, то есть добыча вот этих GNT или акселератора GNT. Вообще, зачем эти GNT, по сути, здесь вообще, по идее? Так же, как и в криптоакселераторе, то есть я повторюсь, ACC является акселератором для стейкинга криптовалюты ВЭК. А здесь GNT является акселератором для стейкинга криптовалюты призм. То есть вот когда нажимаем на стейкинг, мы можем вот сюда завести призмы и вложить их, да? То есть, и здесь будет доходность там где-то 6% в месяц или 8% в месяц. Вот. Если мы хотим до 16% в месяц, грубо говоря, увеличить свой стейкинг, вот, мы нажимаем кнопку «Включить GNT». Ну, я этого еще не осуществлял, но вы это все можете проверить, да, то есть, и, соответственно, начнется стейкинг, ну, стейкинг, получается, призма или добыча этого призма, да, в рамках этого проекта призм вектор, доходность будет доходить до 16% в месяц. Но здесь есть кое-какие нюансы, я, правда, немножечко подзабыл. А, от 3 долларов должно быть в криптовалюте, вернее, в GNT, от 3 долларов должно быть вот здесь на балансе, чтобы включился вот этот вот стейкинг. От 3 долларов. То есть на данный момент это где-то, ну, может, где-то 30 или 50 GNT должно быть, чтобы включился стейкинг. Вот. Ну, я по сути, по факту, да, грубо говоря, вам показываю, почему, для чего эти GNT созданы, да, то есть. Ну, а так, собственно, как я говорил, то, что под моим видео будет сайт или лендинг-страница, пройдя по которой, там есть видеообзоры, где полностью разбор данной тематики, да, то есть там полностью все объясняют, что к чему, ну, то есть полностью все. Вот можете все там, грубо говоря, узнать вот, и из этих видео, которые у меня на сайте, да, то есть на лендинг-странице. Через сам сайт или лендинг-страницу вы здесь регистрируетесь, как я вам сказал. Вот, далее, вот, значит, еще раз повторим, да, то есть что мы делаем. Мы осуществляем покупку лицензии. Да, выбираем для себя, то есть исходя из своих финансовых возможностей, соображений. Вот. Вот, смотрим на лимиты, которые здесь есть, и, собственно, то, что вам нужно. Вот. Далее, собственно, мы переходим после того, как пополнили, купили лицензию. Вот, далее переходим в раздел «Обмен». Если мы хотим GNT
приобрести. Вот, как вы видите, ее можно как купить, так и продать. То есть на данный момент вот в основном все покупают. Ну, ордеров на продажу пока нет. Вот, все, собственно, в ожидании того, чтобы GNT будет рост. Мы сделаем здесь иксы, да, то есть $10 превратим в $100, $100 в 1000, 1000 в 10 тысяч и так далее, да, то есть ждем, как говорится, иксов. Вот, покупаем, встаем в очередь на покупку GNT. И, собственно, работаем в этом ключе. Также, если мы хотим на стейкинг поставить призм, мы, соответственно, заводим призмы. Вот. Ну и, собственно, как бы вот. Так, по партнерской программе, сейчас, минуточку. Вот, кстати, вот, значит, нашел кое-какую PDF-презентацию. Я тоже ссылку на нее под видео оставлю. Вот, значит, по поводу партнерской... Ну, здесь, кстати, вот полностью тоже вся информация. Купить любую лицензию за призм, то есть здесь вот такая информация относительно этого. Что такое стейкинг пул? Что такое GNT, да? Как можно приобрести GNT? Нас интересовала вот реферальная программа, то есть... Первый уровень 1,25%, второй 1,25%, третий 2,5%, четвертый 2,5%. Ну, с повышением. Восьмиуровневая реферальная программа здесь. Вот. Комиссии здесь вот есть. Перевод GNT внутри кабинетов осуществляется без комиссий. То есть вывод 1%, внутренний перевод в призмах 1%, внутренний перевод в эках 1%. Комиссия для поддержания платформы 15% от стоимости приобретенных участниками лицензий. Ну, давайте еще посмотрим, что здесь есть. Ну, все, пожалуй, да, то есть. Ну, вот, да, то есть. Вот такое вот направление. Ну, значит, подытожим, да, то есть. На что мы здесь можем рассчитывать? Мы здесь можем рассчитывать на иксы в GNT. Эти GNT мы можем здесь... Внутри этой платформы продать. Там за веки или за призмы. И вывести либо веки, либо призмы. Ну вот, собственно, вот как-то так. Да, то есть здесь можно сделать хорошие иксы. Повторюсь, в криптоакселераторе, значит, ребята там заработали с небольших сумм. Заработали, значит, ну, серьезные деньги. Кто-то стал и миллионером. Ну, партнерская программа здесь идет... От приобретенных лицензий, значит. Ну вот и, пожалуй, все, да. То есть, вот такой вот обзор у меня получился. Значит, повторюсь, под моим видео будут те ссылки, о которых я сказал в течение этого видео. Будут мои контактные данные, обращайтесь. То есть, постараюсь для вас добыть информацию, помочь в данном направлении. А пока что всем пока, всем спасибо и всем больших доходов, профитов.